И последняя часть системы – это коучинг. Коучинг Эриксоновский университет. Что такое коучинг? Это процесс на основе партнерства, направленный на усиление мышления человека, его способности находить решение своих задач. А та модель мышления, которая существует сейчас, она примерно выглядит вот так. Если тебе что-то надо, то тебе нужны знания. Потому что знания, значит, ты должен найти, пойди и узнай, как делать правильно. Соответственно, если ты чего-то не можешь, значит, ты чего-то не знаешь. Значит, иди и учись. То есть узнавай чужой опыт. Что такое коучинг? Это процесс, основанный на партнерстве, где человек ищет свое собственное решение, опираясь на свои собственные внутренние ресурсы. И происходит это во взаимодействии с коучем. Мы никогда не задумываемся, откуда берутся решения, откуда берутся мысли. И мы точно можем отследить две вещи. Первое – состояние проблемы, то, что нам не нравится, и мы понимаем: о, проблема. И состояние инсайта. В тот момент, когда еще за секунду до этого решения не было, а потом в какой-то момент раз, в голове вспыхивает такая, как лампочка, пык, и мы: вот оно, решение. Вот мы увидели и поняли внутри себя, что нужно делать. И редко понимаем или делаем осознанные действия, которые направлены на то, чтобы количество вот этих инсайтов, озарений и найденных решений было больше. И коучинг – это как раз наука, посвященная мышлению человека. Наука, которая изучала то, как работает наш мозг, и усиливает мышление человека, то есть его способность находить решение задач. Я сам обучался коучингу в Эриксоновском международном университете коучинга. Мне посчастливилось обучаться у Мэрилин Аткинсон. В 2006 году она приехала в Новосибирск впервые. И относительно недавно у Мэрилин вышли две книги по коучингу. Вообще книг по коучингу есть, написано много, существует разных школ, существуют разные стандарты. Есть стандарт ICF по коучингу. И вот я представляю здесь Эриксоновскую школу и стандарт ICF. Вот книги, их можно посмотреть. И как можно этим пользоваться? Ну вот еще раз, что такое коучинг в определении Мэрилин Аткинсон. И это она, еще раз скажу, что основатель, президент Международного Эриксоновского университета. В 23 странах основаны ее филиалы на 4 континентах. И я просто сам могу сказать, что это такая очень невысокая, щупленькая женщина, маленькая, я бы даже сказал, с колоссальной силой духа, с колоссальным таким светом. И то, что она делает, то, как она преподает, и то, как она несет свою жизненную миссию, достойно уважения и подражания. Вот, ну что ж, двигаемся дальше. Вот небольшая справка об Международной федерации коучинга ICF. Вот сайт, можно на нее посмотреть. Она была основана в 1995 году. На сегодняшний день это 19 членов по всему земному шару. Ведь с 6 по 12 февраля 2012 года мы организовали
международным деле коучинга в Новосибирске. Я являюсь представителем подразделения ICF Россия. И в этот момент мы провели 11 членов, провели 27 мастер-классов. 1300 слушателей было у нас в Новосибирске. Это здесь, в Новосибирске. То что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что коучинг активно завоевывает свои позиции в мире. Как мышление, как образ действия, как управление. И если у нас в Новосибирске, может быть, это еще не так сильно развито, то в Москве, Санкт-Петербурге это уже давно. Ну и насколько я, может быть, знаю или слышал, там примерно общаются так. У тебя что, коуча нету? Ну ты лошара. Это была шутка. Вот сейчас, с моей точки зрения, в мире происходят две серьезные положительные тенденции в области управления бизнесом. Первое – это бережливое производство, которое активно идет по миру и завоевывает себе право на жизнь своей эффективностью и отношению к людям. И второе – это коучинговое мышление, которое завоевывает себе право своей эффективностью и отношению к людям.